Всем привет, с вами снова Фиоранос, мы продолжаем играть в Ведьмачка 3-го, изучать Велен, открывать знаки вопросика, делать доп. Заданьки, заказики и прочие активности, которые есть в игре. Так, сегодня по плану у нас с вами Запад. Знаков вопросов полно, и как один из них, вот мы уже с вами прям сходу начали. Какое-то поселение или святилище. Скорее всего, и то, и другое. Непонятный какой-то божок. Ну да ладно. Опасность миновала. Так, собираем клинки и прочий мусор, броницы 10-й дорогой, который будем сдавать потом. Так, тут алхимик, блин, отстой. Алхимиков меня уже, в принципе, ничто не нужно. Ничто не интересует. Так, есть контрабанда. Так, чё за фигня? А, ну вот, нормально всё. Так, есть контрабанда, есть что-то на маяке. Давайте сначала лучше, наверное, на маяк или что там у нас на пристани. Потом еще за контрабандой нырнем. У нас что по весу? И пока есть возможность собирать. А так надо будет продавать скоро кому-то. Ну, наверное, к этому сгоняем. Глифных рун мастеру. Сокровище под охраной. Братюня. Вообще ни хера интересного, ни хрена ценного. Так, а затоплено... Ага, это в другую сторону. Сейчас проверим еще вот этот корабль заодно. На нем вроде бы... Вроде никаких меток нет, но мне что-то кажется, там можно что-то попробовать найти. А где контрабанда? Тут же вроде рядом с островом, с берегом. Ага. Это сокровище. Окей. Охренеть, блять, ради двух бутылок вина, серьезно. Отстой. Да, ну это, я так понимаю, реально стартовая локация, типа в Велене. Когда мы только-только начинаем прохождение, чтобы сюда приходить. Потому что утопцы 4 уровня, ничего ценного, никаких пушек. Вон на юге то хотя бы какие-то клинки да попадались. Здесь вообще биба и боба. Еще какой-то остров. Так, ну вот эти руины, останки корабля, мне кажется, тут может что-то быть. Может, конечно, я ошибаюсь, только вон, которые помечены. Сейчас посмотрим. Я помню, в Скайриме все корабли облазил, все пещеры. Нет, здесь походу ни хрена нет. Хотя, слушайте, не факт. Погоди, Герн. Да куда ты залезаешь? Нет, здесь ни хрена нет.
Обидно. Могли бы сундучок воткнуть. Что-то здесь прям чайки вообще беснуются. О, здравствуйте, миледи. Ах, и гнусный же ты. Иди сюда. Да иди сюда. Такие на столу есть, из полуночницы. Так, и все, это были все сокровища. Да. Вообще не густо. Так, вижу вон там сундучок зато. И здесь ящик. А, ну окей, хотя бы здесь что-то навалили. Берег погибших кораблей. Интересно, что здесь такого, что помогло им погибнуть? Отсутствие маяка? О, товарищи стоят. Здрасте. О, как я удачно выплыл. Нет, слушайте, доспех относительно прикольный вот этими рунами, именно которыми я закрылся. Типа отбивание стрел. Мне кажется, это может быть полезно, если на полной сложности проходить. Блять, думаете, я до вас не дойду, что ли? Так, ну что, клиночки? Скоро раскувачивать пойдем этого черта рунного. У него там денег много, я помню. Так, а что мне это письмо надо забрать? Записка пирата. А, ну и карты две штуки, да. Вчера мы нашли на дне серебряную тарелку и брошь с рубинами. Значит, клад королевы Зулейки и правда где-то тут. У западного берега полно затонувших кораблей. Так, может, там в трюме где-нибудь. Пока проверять не найдем, все-таки подождать. Ага. Это не те, которые я только что отлутал. Школа Грифона. Окей. Ладно, королева Зулейка, так королева Зулейка. Давайте еще поныряем. Почему бы и нет? Вон тот большой, походу. Здесь метка была, а вот на большом, по-моему, ни хрена. Хотя нет, это не такой уж и большой. Это вообще не на корабле. Пошел ты нахер, козел. И тебя туда же. Зашелся.
хера себе тут. Штаны убийцы? Вот это сокровище королевы Зулей. Да. Вот это прям всем сокровищем сокровище. Ой. Так, вот здесь на берегу еще какая-то замута. Гнездо. Вон там ба. А, не, наверное, сокровище. А или гнездо, или сокровище. Вижу двух утопцев. Сокровище. Ладно. Не, ну хотя бы здесь падают глифы. Может быть, я насобираю нужные мне и потом накрафчу. Вот раньше была жизнь, согласен. Прям вообще первая фраза уже жизненно. А перебросишь пару бутылочек самогона в Эксенфурт, загонишь студентам в общежитие, вот у тебя да, от этого пара крон. И у них больше храбрости для постижения науки. Но пришел родовит, университет закрыл, студентов разогнал на все четыре стороны. На берегу расставил баллист, который стреляет во все, что только по контуру плывет, до лебедей включительно. Ну... Не было бы счастья, да несчастье помогло. Видел я вчера, как наш отважный солдат попали в купеческий корабль. Пошел он на дно вместе со всей командой, с грузом. Жаль людей. Короче, сейчас опять поплывем нырять. Опять туда же. Вот в этот, что ли? Привет. Откисай. Да все, 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 разошелся. О, здесь и то пищи. Чем сокровище королевы Зулейки. Что за королева с таким именем и с таким кладом? Это же любопытно. Так, ну на корабле подозреваю опять нихера нет. Здесь даже внутрь пускать не ставим. Правильно. Чтобы лишний раз людей не наябывать. И сюда. Конь мой морской. Так, тут домик. Здесь, наверное, опять ныряние. А, ну здесь уже, кстати, ничего. Единственное сокровище я чуть не нашел у одинокой скалы. Надо будет еще раз прочекать. Беленьким помечено, но не выслушал. О, ну это уже что-то поинтереснее. Не бойтесь, с нами подходи! Как котят. Трое пришли. Три брата. Было у рыбака три сына. Крышу быстро залатали, молодцы. Так, это травник. Отстой. Чего мне торговец? Нахер мне ваши травники? Но. Желудок тролля он мне все равно не продаст. Так, что, сначала вниз, наверное, скатаемся? Ну, то я сейчас наверх слишком что-то далеко захерачу, потом возвращаться надо будет. Человек в беде. А, я и думал, есть кто-нибудь. Нет!
Так, дали ключик от клетки. Хорошо. У нас перевес. Это плохо. Супер хуёво. Так, ну рядом с нами плотва, сейчас доедем до точки, потом просто все это продадим. Здорово, сырюльник. Уходи, чё там, блядь. Ладно, можешь не благодарить, как-нибудь обойдусь. Так, а сундука у них еще не было? Был. Так, ладно, что, нам надо до быстрого перемещения, наверное. Вполне себе сойдет аллея висельников, потом вернемся на оставшиеся два знака вопроса. Пошла! И к мужичку к нашему смотаться. Да. Ну да, перевес вообще нехилый. Так, па-па-па-па-пам. Он у нас сидит вот здесь вот. Под мельницей. Блин, жаль, нельзя ему деньги эти отдавать, чтобы он, типа, их тратил, а мы потом у него эти деньги обратно выуживали. Получается, вот эти 30 тысяч, которые мы ему сливаем, это просто в никуда. Самое обидное вложение. Какая работа? Да. Здорово. Да славец. Чё по деньгам тебе? Дай-ка посмотри. В смысле 1000? И, блядь. Чё? Парень. Ну давай у тебя глиф куплю, хули. Надо же хоть куда-то тебе сливать. Так, этот клинок я все хочу оставить. Погодите. Ох, сейчас у тебя все, блядь, куплю. Это чё, мощь знаков? Мощь знаков. Давай сюда. Знаки это мне надо. Все, бичуган опять. Так, выйти из равновесия нам не надо. Глав, Сварог, Перу, Накси, Игни, Ирден, связывание, выздоровление. Угу. Эч, сила атаки. Давай. Так, на Квен взял, на Игни. Давайте тоже возьмем. Поехали дальше продавать. Как бы, чтобы наши вложения хотя бы не ушли в никуда. Ага. Ну вот Ирден я не планирую. Арт. Да, в принципе, тоже не особо мне нужен арт. Ой, да нас забирай в пизду. Буду его сейчас с собой таскать. Так, отсюда чё? Кровотечение мне не нужно, пробитие доспеха, вот это все. Ладно, я понял.
Спасибо. По кассике. Если что, еще вот там можно будет попробовать попродавать потом. Так, возвращаемся на аллею висельников. Ох, охренеть, я еще далеко от Новиграда. Мне что-то казалось, я ближе. Так, и здесь где-то был вопросик у воды. Опять сокровище. Бля, я надеюсь, это гнездо чудовища как-то быстрее всего зачищать. Чем сейчас скажут, а вот там корабль затонул, сука. Точно. Мольки, я знаю, что ты бросил ремесло контрабандиста. Что ты на... Пошли нырять. Мольки. Сына Мольки назову. Вообще охеренно будет быть Мольки Алексеевич. Охуеть. Все обзавидуются. Так, где? Вот он, сундук, раковина. Все, типа. Охуеть, вот это, блядь, тут богатство, да. Так, ну слава богу, нырять нам больше не придется, я думаю. По крайней мере, в море. Если только в речках еще где-то будет что-то. Так, садись, спайховы. Еще два знака и квест, и еще вопрос. Пошла. О, прикольно, спас челика, а вернулась прям целое это. Проваливай, покуда ноги. Ну вы чё тут? Типа я зачистил, но не забрал. А, я понял. Вот поплыть, мешай. Бля, уже и не знаешь, кому продавать. Денег уже ни у кого нет. Если только по этим проезжать, по стареньким. Бабёха бронник, мастер мечник. Ну и моего рунный мастер получается. Может, тоже деньгами обзаведется. Как вы, блядь, не а я твоей. Еще пушки. А, ну вот, хотя бы синенькие, ладно. Только хотел сказать, еще пушки все серые. Так, ну что ж, все, здесь зачистили. Вопросов никогда ничего не вижу. Вот здесь еще, правда, у нас хата не зачищенная, по-видимому. Ну, давайте сюда. Сперва посмотрим, что за задание. О! А, стоп, этот сундук уже мной взят. Заработаю, суки, да дети. Ох, хера, у меня мясо сырого. Какая там вода, когда у нас мясо еще до херища. Помоги старой слабой женщине! Что случилось? Ночью безбожники часовенку верной милосердной разорили. Чтоб им пусто было! Починить надо бы на часовенку, иначе верно обидится! Коровы падут, у ребятишек бородавки вылезут, собаки запаршивеют! Ну давай. Парша и бородавки?
Звучит серьезно. Я тебе помогу. Ну, что-то не очень приятное. Готово. Добрые боги мне тебя послали. Есть теперь кому у нас часовенки чинить? У меня уже есть ремесло. Я ведьмак, а не реставратор древней деревянной архитектуры. Ведьмачье дело со злом бороться. А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут. Если что увижу, я поправлю. Но сворачивать с пути я ради этого не стану. А тут везде близко. Боги тебя направят. Давайте, защитник веры. Поборемся со злом. Мы же ведьмаки, ёпта. Охуеть, конечно, близко. Потом нам скажут, что ты делаешь, блять, это темный культ и все остальное. Наоборот, типа, пытались пресечь, это ведьма. Прочего Буда опять нас наебали. Да ну серьезно, что ли? Ну, уже энергия у лошади кончилась, пока я до первой скачу. Ах ты хулиган! Хера ценного здесь нет. Так, а где? Ага, вот она. И здесь все поломали. Да ну серьезно, это похоже на какой-то культ. Горбатые ведьмы. Ну, конечно, не знаю там, во что язычники доверили. Как изображали, может быть, реально какая-то там их покровительница просто специфично молясь. Но не знаю, что такое. Мне кажется, нас наёбывают. Ну, поехали. Давай. Так, 25-й левел, это нихуя себе. Ладно, хуйня. От отравления закис. Да убери ты меч. Был брать кого его доставать. Так, поедем напрямик. Охренеть, реально, я думал, там просто по округе сейчас проедемся, поставим эти памятники. А здесь не то, что по округе, здесь по всему Велину. А вот хулиганы, похоже. Это вы оскверняете святилище в Велине? А тебе что до этого? Вы кто такие? Мы вестники молнии.
Тяжелые капли грозовых туч. И молния эта зовется сверхчеловеком. Понятно. Местные говорят, что боги недовольны. Вы-то их гнева не боитесь? Гнева богов? Ха, боги умерли. Мы лишь устраняем их разлагающиеся останки. Тлеющие угли предрассудков. Тогда давайте-ка вы уберете за собой и вернетесь устранять угли туда, откуда пришли. Мастер Фридрих Эксенфурта провозгласил, что боги умерли. Религия – опиум для народа. Простой люд боится только религии жрецов, а не богов. И страх этот заковывает нас в оковы мракобесия. Мы должны создать новую мораль. Или обойтись без морали. Забавное представление, но мне что-то наскучило. Проваливайте отсюда и не возвращайтесь. А то что? А то позову инспекторшу из деканата. Репрессии! Бейте холопа режима! Бля, каждый сам верит во что хочет. Хули они тут мозгат бегут. Ой, так, окей. Охуеть, меня унесло. Так, здесь знак вопросика. Здесь у нас Кейра жила когда-то. Здесь вопрос, здесь зачистить. Короче, дохера еще. Так, есть деревня Стежки. И Стежек, я думаю, надо сгонять вот сюда. Смотреть вопрос и опустевшее поселение. Пока я про него помню. Знаки вопроса-то видны на карте, а вот поселение я еле заметил. А вы чё тут? Я здесь был вроде, нет? А, ну да, да, я здесь был. Пусть продолжают чернокнижничать. Деревня Стёжки. Странно, почему сюда народ не вернулся. Мы вроде это убили. И Киму. Извиняюсь. Ага. Гнездо Гурии. Надо его уничтожить. О! Еще левел. Красота. Так, и есть торгаш. Это хорошо. Сейчас посмотрим, что там продает. Приветствую. А на крайняк клинки сольем. Покажи свои-то. Ага. Но у этого ничего хорошего. Ладно. Держи, братишка. Бабосики. Бывай. Чего? Гроза, мать ее. Вам помочь? Смотрите. Опа! Не горит. Да, оно не горит. Ну, зато плакать перестали. Я несу людям счастье.
Так, у нас, кстати, еще с вами здесь знак вопроса, и там еще знак вопроса, и здесь знак вопроса. Не, давайте сначала закончим. На севере. Так, мы же завершили все, что здесь было, да? Ниже. Ну да, вот около Вронниц еще надо будет. Так, и я вообще не туда, блядь, путешествовал. Надо к одинокой башне. Там, наверное, Виверна уже ожила. Или Куралиска, не помню, кто тут сидел. А, ну уже никто не сидит, ладно. Так, а чё я здесь не забрал тогда, если здесь всё уже? Вроде все забрал. Здесь что-то упустил. Ну, вроде не похоже, это даже это собрал. Отсюда изливается магия. Снялась, когда все забрато. Или... Да нет, даже здесь сундук забрал. Тут ничего. Тоже все взято. Наверх лазил. Походу баг. А может и не баг. Я понял. Нихера это не баг.
Если по шарой. О, школа Грифона. Да, помню, собирал. Было время. Я первый раз, когда проходил, как раз таки в школе Грифона игру. Давайте сюда, в Вересковку. А, это деревня, которую дикая охота накрыла. Понял. Голем. О, май. Бафля. Так, что дальше? У нас на пути. Вересковка, покинутая башня, деревня Сучья. У Кейры, по-моему, ни хрена не осталось в хате. Так, что, возвращаемся тогда в Вересковку и от нее телепортируемся во Вронице. Здесь у нас два знака вопроса. Так, Вересковка у нас с той стороны. Алтари редко встречаются. О, пока мы здесь. Давайте посмотрим, накопила ли деньжат наша знакомая. Уже прогнал всех чудищ. А прогнал, прогнал. Поговорить с мальчиком, поговорить с девочкой. Здорово. Геральт. Мне. Погоди, не туда нажал. Во-первых, давай починимся. О, два косаря. Родная, как же давно я у тебя, видимо, не был. Так, арт, так, Квена и Игни оставляем. Поехали продавать отсюда. Заморозку оставляем, оглушение мне не нужно. Не нужно, не нужно. Тоже не нужно. Так, яд пока оставим. Вызвать горение, тоже нас забирай. И... тихо. Все, остальное пока все нормально. Так, если что, держим в голове, что у нее еще косарь. Бывай. Остался. Там может еще появится. Хочешь посмотреть? Нет? Ага. Нильфгардские доспехи. О, наливка из Мандрагора у него есть, если что. Слушайте, давайте возьмем. На всякий случай, пусть будет. Так, у этого тоже два косаря. Короче, в следующий раз продавать приедем сюда. Будь здоров. 2000 у одного и косарь, а то может будет два у второй. Раскулачим. Че у меня это сейчас по деньгам? 40 тысяч перевалило. Огонь. Мне кажется, я столько денег еще никогда в этой игре не видел.
В принципе, можно было бы сейчас уже рунному херу заплатить. Но я пока не буду. Мне не горят его услуги. Погодка топовая. Поехали. Так, метка стоит. Метка стоит. Нежданчик. Не, я думал, зацепит, но слегонца они фул хп. Бля, последнее сохранение у меня когда было? Когда я путешествовал к замку? Мне что-то подсказывает, что да. Сука. Так, ну что ж, я снова продал все шмотки. Единственное, починить забыл, ну да ладно. Лень уже было возвращаться, пока вроде не критично, плюс у нас есть наборчики. Так, пробуем еще раз. Идите сюда. Дайте, соки. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Где оно? Так, и там еще где-то на берегу была лабуда какая-то, да? Вот она. Так, все, с этой стороны закончили совсем вроде. Тут предместье Новиграда. Своя история будет, я думаю. Давайте вот по этим что-то проедемся. У нас, в принципе, тут вопрос, тут вопросы. Эти куски оставим на потом. Вот по этим можно пройтись. И около тех территорий, которые мы уже с вами зачистили. Чтобы остались такие централизованные куски, можно сказать. Отдельные знаки вопроса, которые мимо проехал, сейчас зачистим. И будет красота. Да, дождик, по-моему, и не думает утихать. Что-то накрыло буря, Велен. Чё, гнездо накеров, что ли? О! Вилоход. Ну, задание не дали, значит его здесь и нет. Нам же проще. Так, на юге все. Получается, можно вот этим зачекать. И вот по этому краешку вот так пройдемся, посмотрим. И все. Тут Кусман.
Тут вроде все посмотрели. Я знаков вопроса не вижу. Ну да. Этот кусманчик небольшой. Наверное, с предместьями и Велен. Новиград. Ну, правда, да, у нас еще с вами заказики здесь. Про них я что-то немножечко подзабыл. Контрабанда. Мне надо сокровище под водой. Бил. Все дружно ушли на дно. Что за клинки? О, выглядит прикольно. Лунный клинок. Какая-то Каролина. Так, ну можно сюда заехать и по мосту на ту сторону. Почему бы и нет? Один знак вопроса, он сейчас ближе к нам, чем к той группе. Ты чё, по мосту проехать не можешь, что ли? Так, а мост, кстати, Нильфа контролирует. Интересно. Я думал, здесь на мостах риданцы сидят. Делаем ставки, бандиты. Да. Причем нильфгардские бандиты. О-о-о. Мне очень понравилось. Так, шматью забираем. Сундуков, я так подозреваю, здесь нет. Или есть? Так, мне даже интересно, а кто здесь живет? Торгаш? Винная пристань. Да, торгаш. Винодел. Походу. Только где здесь виноградники? Я что-то в душе не бомбу. Неотправленное письмо. Ну, какая-то книжечка есть. Сержант Каврера, наша милость, ваш покойный слуга. Ладно. Чё, бро? Спасибо, ведьмак. Заходи ко мне в кузню, в Еворник. Дам тебе кое-что в подарок. Еворник. Окей, в Еворник зайду. Так, ну а здесь нет ни хрена, я так подозреваю, да? Так, а нахер я плотву зову, если она мост пересечь не сможет.
А вот мост. О, прикольно. Так это и есть тот ведьмак страшный. Я у себя в носу кое-что интересное. Сюда. Поехали. Не отпускай его! Скотина! Как больно! Ой, всего трое. Лагерь бандитов. Я понимаю, там эти пылающие розы, их там по 10 человек там сидело. А, это так. Шалупонь местная. И все. Нильфа захерачили ни за что. Так, какая-то деревня рядом. Залипье. А что за хат прямо по курсу? Мне даже интересно стало. Одинокая такая. Я понял, это не хата. Ладно, поехали. Что-то лагерь бандитов и поселение еще не доосвободили. А че это они тут на горе сидят? Ну что, паскуда? Этот ублюдок колдует! О, колдун, мать твою! Твою мать! Да лучше с горы пиздануть, чем еще раз подорвусь на бочке. Надо сохраняться почаще. Ты что-то булки расслабил, когда мы сейчас путешествовать стали. Напряга вроде никакого, а зачем сохраняться? А, надо. Хера там насыпали, кстати, от души. Так-с, тут еще... А, ну осталось-то всего ничего получается. Давайте сначала на юг съездим, потом мы очистим поселение. Пошла. И два оставшихся знака вопроса и закончим. Вперед, плотва! Да чтоб тебе! Пизду. Понкопаль траншей. Ощущение, что здесь место силы. Ну или леший. Залез. Да, очень похоже на то, что здесь леший. Нет? Нет, медведь. Ладно. И все, и больше ничего нет? О, да. Лучше бы был леший. С лешим хотя бы интересненько подраться можно.
Так, здесь ничего, здесь все, все везде. Везде все. Сюда, сюда и сюда. И возле грот фактически мы закончим. Потом дозачистим весь Велин на месте Новиграда. Но пошло. Пизду, сейчас опять буду объезжать 10 минут. Побежали-то. А это не то ли место, где Цири убила Полковака? Да, это оно. Мы собирали собачью петрушку, шли и в пещере вот в той мы его захерячили. Теперь ведь был. Прикольно, я что-то думал, это какая-то внеплановая локация была. А вот и ни хрена подобного. Прикольно. Так, это где у нас находится, получается? Цири стартанула первый раз, когда мы за нее играть начали тут. Потом попал во Вронницы. Интересно. Ну да. Локация специально закрыта, чтобы Цири оттуда не выбралась. А оказывается, можно выбраться. Если вот как я сейчас там в распрыжечку в одном месте. Прикольно. Сука! Мятежники. Так, хорошее поселение, кстати. Мне нужен купец. Покажи свой товар. Так, отлично, есть намочь знаков. Ну и топчик. 200 в рублей в карман. И хороший камень. Так, теперь сюда, да? Здесь сразу два. И сокровище, и это. И что-то последнее. Я очень надеюсь, что там обелиск. Место силы. Сборки. Еще капельку и готово. Спасите! Неплохой банкет. Откуда вы взяли столько мяса? А тут куча поросей носится. Вот мы одного и зажарили. Хочешь кусочек? Хватит на всех! С удовольствием. Кай, отрежь господину кусочек поросеночка. Нет, не позволю. Зажарили божевку, сволочи. Опять он. Мало ему.
чем дело? Боженку убили! И сжарили ее, сволочи! А этот опять за свое. Ничего не поделаешь, придется ему навалять. Кай, Якоб, займитесь-ка им! Нет, не надо! На помощь! Он вам ничего не сделал, оставьте его. Мы тебя по доброте поросеночкам хотели угостить, а ты вот как! Не будет нам приблуда приказывать! Бей его! Ой, это кусочек поросеночка себе сам отрезал. Все в порядке? Ну да. Но Боженка-то, божечки, изжарили ее. Должно быть, очень любил эту свинку. Кто ты такой? Я Геральт из Ривии. А я Йонтек из... оттудова. Ты один живешь в этой деревеньке? Так все по домам. И Флап, и Хагель, и Бибон. А я только Клауса и Игоря не видал. А это кто такие? Игорь тот полудурок, он еще траву ел. А Клаус, это ж староста. Каждый Клауса знает. А где они, не знаю. Видно, забрали их свинские чары. Эти свиньи заколдованы? Точно! Сам посмотри. Ох, ладно, взгляну я на твоих поросят. Вот и славно. А тут интересный квестик у нас подъехал. Ну давайте тогда не будем затягивать дальше вопросы и этот квест, где будем делать в следующей серии. Ну а сейчас с вами был Филранес. Всем пока и до новых встреч.